Ребят, всем привет! В городе машинок прошел слух, что на заправке последний бензин. И пока бензина больше не будет, поэтому срочно нужно ехать на заправочную станцию. Так, ребята, что-то я опаздываю. Наверное, весь город уже на заправочной станции. Поеду быстрее. Ого, ничего себе. Вот это я опоздал. Ну что ж, придется стоять в очереди. Лишь бы бензина на меня хватило. А то как я без бензина? Не смогу никуда ездить. Ха, видишь, ездит-то как, и веселится. Смотрите, машинки, ты что, бензин хочешь получить без очереди? Или как? Бензин? Хо-хо-хо-хо, да мне ваш бензин и даром не нужен. Не нужен мне ваш бензин, и в очереди стоять не буду. Это как это не нужен? Всем нужен бензин. Бентли, тебе нужен бензин? Да, нужен. Сзади Ауди стоит. Ей тоже нужен бензин. А тебе не нужен? Да такого не бывает. Ага, еще буду смешить вас. Вообще слышали? Такое название. Электрокар. Электрокар? Это что еще за название? Не слышал никто. Электрокар – это электрические автомобили, и ездят они совсем не на бензине, а на электричестве, вернее, на аккумуляторе, которые установлены в днище машины. Вот и я – электрокар, и мне ваш бензин совсем не надо, мне нужна энергия, и я могу зарядиться от обычной розетки.